Ребятушки, всем привет! Мы сегодня начинаем влог с улицы. Мы пошли в магазин еще до Семкиного сна дневного. Сережа уехал у нас на работу, а я очень сильно захотела шоколада, и поэтому мы идем мне за вкусняшечками. Хочу сладкого. Вчера я забыла что-нибудь к чаю купить, так что у нас вообще ни печенья, ни шоколадок не осталось. И вот сегодня решила, что пойду схожу лучше. Ну, сейчас плюс погуляем, а вечером мы, скорее всего, поедем снова встретиться с друзьями, поиграть. Там какая-то виртуальная лазертаг-арена, что-то типа такого. Я ни разу в это не играла, ну, либо я играла, но это было еще в 4-м классе. Ну, примерно, мне кажется, что это то, про что я думаю. Но знаю я об этом только вечером, потому что Сереж мне толком ничего не говорит, потому что он тоже не знает, что это такое. А с Семой будет сидеть моя мама. Вообще там начало в 8-10. И все это будет где-то сейчас, ну, то есть до 9, до 9:30 где-то. Я очень надеюсь, что Семочка будет хорошо спать, потому что сегодня он, в принципе, спал хорошо, но до 12, где-то 10 ночи он просыпался 2 раза, а потом все, мы только утром проснулись. Короче, идеальная ночь была, но вот им пришлось давать грудь пораньше. Не знаю, проснется сегодня так же или нет, будет ли он капризничать с мамой. Потому что он тоже какой-то капризный. Вчера вечером из-за того, что я села монтировать видео, Сережа сидел с Семой, и Семка очень на него уселся, но у него верхние клыки лезут. А я ставлю кефирчик в бутылочке, если Сема проснется на кормление, то мама попробует его покормить кефирчиком, но если нет, то вызову такси и быстренько приеду. Ну, хотя надеюсь, что все пройдет хорошо. Сема с мамой, в принципе, ладит хорошо, и когда меня не видит, даже не капризничает. Ладно, мы пойдем, то у меня уже немножечко подзамерзла рука. Ребятки, мы пришли домой, показываем покупочки. Пюрешечка Семе раз. Пюрешечка Семе 2. Беру их с собой, в коляску сейчас положим. Детское мыло для посуды. Сион. Хлебушек взяли. Так. Кетчуп. Мне шоколадочка. Печеньки раз. Печеньки 2. И взяла фасоль. Хочу сделать салатик с картошкой, с морковкой и с фасолью. Я такой ем, Сережа не ест. Ну, как бы вот, взяла маленькую баночку. Я такое еще не пробовала, вот это. Но, если честно, ребят, то я офигела от цен. Вот это все вышло на 500 рублей. Я же ничего не купила. Вчера сходила в магазин 800, сегодня 500. Ну, вчера там хотя бы были наггетсы, да, мясо, можно сказать. Но я просто в шоке. Наверное, нужно будет сделать какую-то закупочку большую, да, на Сбермаркете, посмотреть, на что по акциям, по скидкам есть. Я давно же не заказывала. Ну и сейчас плюс еще Сережа дома, поэтому нужно больше готовить и, ну, соответственно, больше еды тратится. Он часто бывает дома, да, до вечера работает только наш папа теперь. Так что вот такие вот дела. Будем Сереж получить зарплату, наверное, сделаем покупочку, закупочку точнее, и она, наверное, выйдет очень-очень много, потому что сейчас цены, ну, судя по всему, поднялись, потому что я не помню, что прям вот так вот я ходила в магазин, и потом ничего у меня не было. Я, вот просто что из этого можно поесть? Чай 2 раза попить, и все. А вообще мы хотели с Семкой погулять на площадке, но там такое ветрище поднялся. Просто жесть, поэтому мы сходили в Магнит и пошли обратно. Сем, ты сейчас мне тут все оближешь, да? И сейчас мы пойдем, я буду чай пить, а Сема будет перекусывать фруктиками. Скажи «да». Да? Давай, мам тебе почитает, да? А ты будешь говорить «да» или «да». Да? На большой ракете, дети, полетим к другой планете. К солнцу, к звездам полетим. Да? Да? Чего застеснялся? А? Да? А? Полетим, куда хотим, да? Короче, Сём научился вчера говорить «да», и теперь он весь день ходит «да, да, да, да». Ну почему-то, когда я включаю камеру, Сёма сразу все забыл. «Да». «Да».
Правда. И он сейчас весь день, ну сегодня, да, сейчас, весь день да, 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 да. Я его еще учу головой кивать, когда говоришь да, но он пока что не кивает. Сёма, Сём, будем книжку читать, да? Давай. Опа. Винт вращается на крыше и взлетает вертолет. Для того обутан в лыжи, чтобы сесть на снег и лед. Я уже все эти стишки в книжках выучила наизусть. Я с закрытыми глазами его читаю. Да? Да ты что? Мы что-то спать собираемся. Да, Сём? Ну ты смешной, конечно, такой у нас человечек. Из слов, которые говорит Сёма, ну как говорит, иногда произносит, но он уже их осознанно произносит. Мама, баба, ням-ням, да, и еще что он говорит? Или все? Нет, наверное, все. И еще вчера он играл с машинкой и говорил ей «ка». Я думаю, что это что-то похожее на машинку, но пока что я не уверена. Папа никак не хочет говорить. Мы ему говорим: «Скажи папа». Сём, скажи папа. Папа. Ну скажи папа. Он только улыбается. Скажи папа. Он закрыт ртом. Да, мой зверь. Скажи папа. Скажи папа. Ладно, все, не буду. Да? Так, и он научился показывать то, что ему нужно. Особенно книжки. Если вот так вот книжка закрытая лежит на полу, Сёма на нее показывает, потом ее открываешь, и он улыбаться начинает. И Сёма не показывает, потому что он голожопый мальчик. У нас жарко, потому что кушать варится и вообще невозможно, хотя окно открыто. Ну да. Сём, где у тебя язык? Где язык у Сёмы? Покажи, где язык у Сёмы. Ну все. Покажи язык. Покажи язык. Вот он язык у Сёмы, да? Еще Сёма научился показывать язык вчера. Да не оторви язык у тебя. Сёма, а где у мамы язык? У мамы. У мамы. У тебя я поняла. А где у мамы? У мамы язык. Покажи, где. Где у мамы язык? Не хочет. У нас уже Серёжа домой пришел, кушает. А Сёма играет. Мы скоро будем собираться. Ага. Собираться на встречу с друзьями. И придет моя мать. И будет Сёмочку кормить. Или я его покормлю. А потом... Ну, в смысле, ужин. Да? Ужин? Покажи язык, маленький малыш. Покажи язык. Где язык у Сёмы? Вроде как бы, знаете, язык это неприятный, ну, типа, непринятый, нехороший жест. А тут... Ну, это так мило. А еще так. Классная песенка. Сёма. А ба-ба-ба? Ба-ба-ба. Вот так. Это у нас такие песенки. О, мы оставили ребенка. И уходим. Гулять и веселиться. Правда, не на очень долго. А мы поедем на автобусе. Мы, кстати, с тобой давно на автобусе не ездили. Ребятушки, мы пришли сюда. Надеваем бахилы. Наш еще никто не пришел. А мы раздеваемся. И тут так шумно. Там дети играют. А следующие будем, видимо, мы. Как дети. Я ни разу сейчас не играла в эту штуку. И Сереж тоже. Я тут повещаю вам в стекло, в зеркало,
В общем, мы пришли играть в компании нашей, но я, наверное, ничего не буду снимать, потому что, ну, не все захотят сниматься, чтобы их куда-то выставляли, так что вот пока что успела, то поснимаю. Сейчас тоже не могу вам показать зону, в которой мы будем играть, там, потому что детки играют, я тоже не хочу записывать. Так что я пошла заполнить там какую-то анкету и попить кофе, если успею. Мы с Сережкой взяли кофе. Здесь автомат стоит. Ну, такой средненький. Ну, не в пятерочке, конечно. Пятерочка вообще ужасная, но этот прикольный. Вот так вот выглядит арена, где мы будем играть. На нас будут надевать какие-то VR-очки, давать какие-то штучечки в руки и будем играть. Привет. О, нифига! Я даже не подумал.